Всем привет, это Туп Солнечная Италия на проводе. Едем к органам опеки. Боже, на улице жара, люди в масках. Вот женщина идет. И идет сама, никого рядом нет, но маска. Хорошо, закон ходить в масках там. Но я понимаю, там в общественном месте, там, или там в магазин заходите. Но когда вы идете один по городу, нафига маска, я не могу понять. Это что, вирус какой-то придуманный летает в воздухе, я не могу понять, что вообще. Смотрела вчера историю с Лады Дэнс, что она это переболела короной. Господи, дай Бог всем здоровья, девочки, мальчики, мужчины, детям вашим, родителям вашим. Всем хорошим людям, кто заслуживает, добрым, отзывчивым, всем здоровья. Вот. А преступники, которые именно вот преступники, они сами разберутся, что им больше надо. Капец, как палит. Я в этих, потому что у меня в цоколках проскальзывала нога когда. Ну как, нормально ехать, не спеша. Я сегодня, кстати, когда ехала к Софии, ехала маневрами такими, что где улички были вообще пустые. Очень классно. А, какая жара под маской. Боже мой. Мне там столько прыщей начинает быть. Non si può fare così. Сколько раз говорю, слезайте с велосипеда, слезайте с велосипеда. Дритто, дритто. Я раньше здесь жила, в этом районе. Сейчас вам покажу, если мы там будем проходить. Мне нравилось здесь жить. Девочки здесь маленькие были. Саша родилась здесь. На Сашке классно, Сашка на море. Сейчас вам покажу, я уже показывала как-то, когда пешком шла. Пару лет назад показывала даже сад, который у меня был. У меня там чистенько было, цветочки там росли у меня. София в ходунках по всему садику гуляла. Саша в колясочке стояла. Ага. А кто это? Господи, это какой-то шушель это туда. Нет, чтобы миллионер остановился на BMW. Я просто других машин не знаю. Вот как хорошо девки живется. Голову себе не забивает, никаких машин не знает. А нафига. Короче, жила я. Ладно, давай, уже поехала. Потом будет синистра. Сейчас покажу, ладно, уже сюда зашли. Вот здесь София на коляске все время проезжала. Куча было неприятностей. И все равно как-то держалась. Я все равно, меня как-то уборка успокаивает. Как-то веселая я была. Не знаю. Характер такой. Тоже в маске одна. Короче, показываю, смотрите. Вот здесь налево. Тебе надо перейти, я не знаю, или здесь ехать. Помнишь, где мы жили? Потому что я красавица. Ты помнишь наши окна? Вот они, первый этаж, первые два окна. Вот. Первые два окна, зал. Нет, это спальня, а это зал. Не знаю, София, просто. Не знаю, Софийка, сейчас пойдем послушаем. Да, как вы ездили тоже в этот в лагерь, господи. Жара такая, боже. А что мне надо? Мне надо работать было, и они в лагерь ездили. Да, сирена, сирена. Здесь какое-то раньше то студенческое общежитие было, типа. Или для
А, как хорошо, come fresco. Это школа. Какой-то там или приют, это что-то был раньше. Я помню, что я все время хотела, чтобы меня в этот приют. Вон, впереди. Как мне все задолбали, пусти. Район, конечно, дебильный, потому что вот они, железнодорожные пути. Но, кстати, мне не раздражал звук поездов. Я поезда люблю. Это самый любимый мой вид транспорта, это поезда. Я в поездах могу ехать, 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 ехать. Мне очень нравится. Какая жара! Тебе надо было перейти тут и ехать туда. Мама, как я могу идти там? Мне жарко. Мама, помоги, как я иду там? Мама, я не могу. Мама. Мама, надо помоги меня. Давай я сама поеду, ты пешком придешь. Нет, мама. Мама, чарева, мама. Нет, теперь немножко полезли. Мама, я не могу здесь слезть. Поехали. Мама, помоги меня. Софья, у тебя там нет спортзала рядом? А я не буду. Чего? Я тебе заплачу. У меня есть экзамены, Марина. Будешь потихонечку ходить. Давай сейчас здесь перейдем на ту сторону. Мама, подожди, мама. Я ее не обзываю, я просто на это смотрю с болью. Подожди, блядь. Аккуратно, машина. Пусть я иду там на машине. Все, так садись и едь тихонечко. Нет, мам, я боюсь. Чего? Давай я поеду, ты пойдешь. Сиди, самогурайди. Подожди. Ой. Это меня упугали, слушай, надо было воды взять. Мама, мне так скоро. А София пришла на Амазон. Ты вам обращались? Ой, нет, я не хочу, жарко. Мама, я поуроки торчат, но пизда ты. Марина. Сушняк. Надо было воды взять. Подумала, что же. Блин, кобыла, блин. Марина. Час дня, что ей от нас надо? Привязалась. Потому что тебе надо было не трогать ту тетку, блин. Пусть она идет. Здоровую. Зачем ты ее вообще трогала? Пусть она идет. Мама, родная, кабина, мама. Теперь девка лежит на пляже, а мы ходим с тобой по органам опеки. Мама, ну было прекрасно. Ага. А мне кажется, что ты сюда тоже ходила, или нет? Мне пофиг за все. За все? Софи, да. Когда у меня уже будут внучки? Непоты. Хочу непоты. Внучку хочу. Красиво, цветы насыпала. А дед-то, волю непоты ее. Хочу. Я сделаю. Я не сомневаюсь, что ты сделаешь. Я думаю, непоты, как ты, мама моя, Марина. Марина, идем, я работаю. Не, я не хочу, чтобы меня звали Марина, бабушка. Мама, я бабушка, мама. А мне нравится, почему? Но если это бабушка, пусть она будет бабушка. Причем здесь Марина, бабушка Марина. Но... Машины, смотрите, машины. Такая колесенькая будет. Да, но не прям не сильно. Ой, деловая, деловая, там машин нет, и деловая поехала. Как цветет вот эта вот фигня? Девчонки, там гремит. Так классно. Неужели дождик будет? Andiamo vicino dove siamo, abbiamo passato, c'era un ristorante nuovo lì. No, non ci vado lì, che non mi piace. А там я видела, там написано гамбери и алла пясто. Мама, no. Идем посмотрим. Non ci vado, я mangiare. София говорит, как я хочу кататься на велике. Я говорю, вот я сегодня ехала к ней. И, ну, я еду там по улочкам, где людей нету, да? Боже, какой класс! Как велик, он прям несет тебя. Слушайте, это у всех такое, такая ассоциация? Гремит! Такая ассоциация с велосипедом. Или только у меня? Я же вам говорю, я такая женщина, что мне так мало надо. Стенку покрасили, все классно. А, как мы сходили? Нормально сходили. Она, естественно, не подготовлена. Потому что я говорю, посмотрите, я говорю, если мне пришло это письмо, я говорю, девочки, это я рассказываю за видео за три года назад. А вот.
Я говорю, посмотрите, я говорю, у вас должно быть тоже, давайте немножко балкона. Она говорит, да-да-да-да-да, я посмотрю в архиве. Так, а что ты вчера не посмотрела в архиве? Она просто, получается, что она новенькая. Та, видно, ушла или перевели в другое место девочку. Она говорит, это просто формальность, нам просто надо написать, что типа все нормально, то есть это ж не то, что это. Это они с девчонкой, вот здесь на железнодорожном вокзале. Поругались, та сказала ей, ты рогоносец, та ей сказала, да пошла ты. Одна другую толкнула, все. Вот, ну. Приятная такая девушка, у нее такая женщина, у нее такая красивая висела подвеска с ее именем. Но я имя не прочитала, золотая подвесочка. Я вот, кстати, видела, у нас продаются, там я как-то Софии хотела на день рождения купить. Подвесочка с именем. Да, велик это круто. Неужели дождь пойдет? Как бы хотелось. Сестра говорит, вчера Мелитополь, говорит, плавал. Я смотрела, у Самвела тоже там все плавают от дождей. Она говорит, ну у нас же, говорит, черешня, говорит, не это самое, потом не будет этого в тенечек. Mettim poni musica legge perché voglio di niente. Ой, какой воздух теплый, прям, девчонки, раскаленные. Но мне пока не жарко, пока нормально. Говорит, Марина, говорит, и в пир, и в мир в этом комбинезоне. Ну и что, я его растернула, да и все. Кстати, краска не отстиралась. Я успела, умудрилась в краску влезть. Полы надо мыть, у меня полы страшнейные. Вот один день, сколько, два дня не помоешь, все. Ну хорошо, многим понравилось, по комментариям понравился цвет. Хороший цвет, я желтую стену трогать вообще не хочу просто. Кто-то даже написал, что не надо картины. Какое там небо. Не знаю, может там какие-нибудь лилии повешу. Шторы я все помыла, постирала. Шторы вообще классно стирать, девчонки. И тоже написали, что в Киеве девочка тоже в гранулах покупала вот этот вот, как сказать... Ну, который запах придает вещам. И девчонки, я смотрела на ТикТоке, итальянки, они вообще его раскладывают в маленькие красивые такие вазочки, и он у них потом пахнет. Похоже на наших женщин. Сделали террасочку какую. Угу. Красиво. Ой, а там цветов насадили. Карусель. Боже, какая красота. Боже, девчонки, какие вы классные, у кого есть вот так вот свой домик, цветочки, вы ходите, кофеек попили, пошли попололи. Мама, знаешь, как у меня сейчас там Афина? Плохо? А я не буду говорить. Ага. О, какой мальчик высокий. Будет любить мама. Я говорю, София, ты никогда не должна плакать. Я говорю, боже, Саша стрессатая. Это стресс... Одна я не стрессатая. Софийка, ты звезда этого города. Звезда в плане том, что ты Стелла. Ты красивая, ты умничка. Ты можешь дожить, наверное. Ты очень умненькая девочка. Поэтому плакать нельзя. Жарко, не стать тропу, тропу не будет. Ой, да, Софья не любит жару. Ну, завтра надо тебе достать этот самый. Что, надо дать Альмарину? Девочки, смотрите, в Интимиссиме есть трусы, как мне надо. Есть, за что трусы? Мне надо такой. Перед Монтфор Видере, что я в трусах. Как я люблю бабки, когда они мне вернут в мезу. Блядь, София, боже мой, а я не брала тебя. Ты мне делаешь аварию. Почему ты так плохо мам, ездишь? Мам, я хочу вести дубло. А куда? Тебе ножки будут тереться? А, мама, сука, скатать у меня кармарь. Мама, ну, господи, сейчас. Что, она там, мама, опад.